Ребята, сегодня вторая попытка сдать комплекс 17.2. Первая попытка не очень удалась. Кстати, по результатам 17.1 я находился на 205-м. Даже неинтересно, какое точно у меня место, потому что третья сотня – это позор. Так что сегодня с меня 5 полных кругов, а с вас палец вверх под моим видео. Договорились. Я поплавал, поработал, сейчас поеду в Койот, там собирается движуха, все приедут, а в Куб я не поеду сегодня, потому что я не хочу сдавать один. Мне нужны ребятки, которые будут меня судить, помогать мне снимать и поддерживать, так что погнали в Койотик. Приехал в зал, разминаюсь. Скоро придут ребятки, привезут гантели. Будет немножко повеселее. Сейчас я пока один. Тестирую старый микрофон, который я нашел в ящик. Надеюсь, он получше звучит, потому что старый очень сильно шумел на видео. И этот плюс, к тому же, еще подлиннее, чем предыдущий. Будет удобнее подальше камеру ставить и записывать хороший, ну, более-менее хороший звук по сравнению с теми встроенными микрофонами, которые в камере есть. Скоро мне придет микрофон-пушка, я уже не буду мучиться с этими проводами. Разметочку ребята сделали, на турничке изолента есть. Ну, в принципе, все. Зал готов к принятию комплекса. Осталось себя только подготовить. Нажал. Зиновьев Иван, воркаут 17.2, Russian Federation, CrossFit Coyote. Короче, пока ребятки делают, пообщаюсь с вами. Сделал 5 кругов. Сколько это повторов? 170. Да ладно, я 170 сделал. Все, ребятки, с вас лайк. С меня 5 полных кругов, а с вас палец вверх под моим видео. Как мы и договаривались. Нет, я не знал, что это 170 повторов, честно вам говорю. Просто делал как мог. Мочил. Но последний отрезок бы я точно не успел бы сделать, так что, там просто смысла даже не было торопиться. Я думаю, что 170 это уже рубеж, короче, будет такой. Много атлетов будет с результатом 170. Я доволен. Это не позорные 120 там с чем-то повторов, а 170. Так что заминаемся, готовимся к 17.3. Там уже привет тренажеры, я думаю, что будут. Александр, можно я вот так сделаю? Сколько планируете сделать? 5 закрыть. Что, 5 выходов? 5 раундов полных. Как настроить? Как жопа? Болит. Как ладошки? Жопа болит, ладошки целые. С выходами все в порядке у вас? Ну да, по 4, если выдержу. Там прикол-то? Я говорю, меня не слышно, а тебя-то слышно. Вопросы не слышно, слышно ответы. Так что придумайте свои вопросы. Да, на его ответом. Покедова, отдавай микрофон. Мой микрофон. Примерно вот так каждую тренировку я и собираюсь. Это еще не все шмотки, которые у меня есть, еще в шкафу лежит. Недолго мне штативчик прослужил, трещинка пошла вот. Ладно, что заклеивать будем? Ё-моё! Ну я в принципе знал, что он долго не прослужит, он такой пластмассовый. Надо что-то посерьезней, типа горилла пода, что ли. Как он называется?